Привет! Это уже не доброе утро, уже третий час. Воскресный день. Скарлетт уже вернулась с церкви, у нее сегодня какое-то настроение печальное вообще. Приехала с церкви, вся такая на эмоциях. Кто-то ее по голове ударил баскетбольным мячом. Ну, не специально, но там как в баскетбол играют. В общем, говорит, голова болит, зуб болит, кстати. Что? Даже не знаю. Но она показывает на зуб, по-моему, у нее зуб лезет. Новый. Ой, ну, в самом конце ее челюсти, да? В общем, куда мы едем? Ира вчера сделала вкусняшки. Выставила на Facebook такие мусовые десерты. Со вкусом миндаля, может там есть миндаль, не знаю, они зеленой глазурью покрыты, в общем, выглядит великолепно просто. Я написала «хочу», она говорит, приезжай, будет, так что я еду, меня просить дважды не надо. Она до двух работала на своей работе, и в общем, сейчас после двух я еду. И потом мы поедем к бабушке. Бабушка сделала борщ. И просто поменять обстановку надо. Проветриться. Дети хотят игрушки. Дети хотят сладкую вату. Так что, возможно, еще поедем в магазин. Со мной трое девчонок. Джульетта вначале не хотела ехать, потом решила поехать. Не сопли начались. Как у Джашка. У Джашка уже нет соплей. Я не думаю, что это у него была простуда от воды, что они гулялись в воде. Они в воде не гулялись, я сразу шлангу отключила, когда они пытались играться в воде. Потому что реально была не водная погода. Я думаю, что аллергии это у него были. Он во дворе много был, что-то цветет сейчас, что на него влияет, видно. Ну, в общем, он себя хорошо чувствует, зато Джульетта уже чуть ли это самое. Рулон туалетной бумаги не использовал на свой нос. Ладно, едем сейчас к Ире. В общем, заехала я к Ире вот за таким десертом. Ой, кто-то страдает, он думал, что я была. В общем, мы уже к маме приехали, теперь буду рассказывать. Вот такой торт. Я не знаю, что в нем, как в нем. Она говорит, что он мало сладкий, так как ей нравится. Потом есть вот такой муссовый тортик с какой-то ягодной прослойкой, наверное. И вот это миндальный такой красавчик. Пастис. Не, девочек, это не для тебя. Это не для тебя, зайка, не трогай. Пастис. Ну что за тень такая у Анжелики в комнате? Мамин помидор же как дерево. Блокирует. Ну, у нас сейчас и не солнечно, и так пасмурный день. Но... Смотрите, как она выросла. Правда, в горшке растет. Так, ничего. Прикольно. Привет. Мой свет. Что такое? Зыркаешь, да? Как дела? Как дела, Мурочка? Пришли тут мой покой разрушать. Этот мальчик заснул по дороге сюда. Все. Сон как рукой смело. Эта сестра не видит, что вы у нее по комнате там лазите. Она до 5 работает. Все, бабушкины игрушки в ход пошли. Они свои дома все вывалили, искали что-то там. И вот теперь бабушке такая же. Самое сейчас предстоит. Вот наш морщик. Анжелик. Нету тут Анжелик. И малышня уже заказала. Джулия, бабушка мейк борщ. Мама юки. Это самое. Лапш. Вот борщец со сметанкой. Мне как раз сегодня можно. Дома. Работает над автобусом.
Так что вкуснота. В общем, завтра у мамы прием же с ее зубами. Чистка канала. Мама нервничает. Говорит, это же так больно. Я вспоминаю, как мне это делали. Я помню, что мне как делали, то у меня такое ощущение было, что мне по морде дали. Несколько дней такое ощущение было. Так что, ну, говорю, я думаю, тебе сразу пропишут обезболивающее, ну, сильное обезболивающее, которое можно потом будет принимать. Ну, конечно, с ним водить нельзя, мам. Я не знаю, какие у тебя там работы. Оно как наркотическое. Во вторник я иду на работу. Ну, значит, не примешь перед тем, как идти. Можешь принять, когда приедешь на работу, а оно уже это самое пройдет к тому времени, как ладно, тебе ехать я назад. Вытерплю, да, до вытерпит до работы, сказала. В общем, как-то. Ира, мама благодарит за торт. Я сказала, что тут белый, мало сахара, как бы маме нравится. Она говорит, да, так ей нравится. Так что она благодарит, что ты за нее подумала, что вы о ней заботитесь. Ой, не знаю, мама, они пока вилками, а там уже посмотрим. Еще... Ой, чебусики. Ну и селядки прискакали. Он прям стул отодвинул уже к бабушкин суп. Это бабушка? Да, это бабушка нам передала. И шортики тоже. Да. От бабушки. Спасибо, бабушка. Да. Ну у нас... Ой, Дяжик, что ж ты со стола, как собачка? Ну, я понимаю. Мама сейчас мне чай заваривает. Говорит, что смотрит старые фильмы с нашими советскими актерами. Говорит, так говорит, иногда приятно посмотреть именно вот то, что... Выросла. Да, то, что помним еще оттуда, знаете. Добрые фильмы. Я тут рассказала про фильм «Мачеха». Она мне его пересказала. Я как бы и не помню даже этого фильма. Я, наверное, никогда его и не видела. Так что заинтересовала меня. Ладно, мы идем чаевать. Дети играют. Скарлетт заснула. Ой, Маринка, я тебе не тот чай завариваю. Не тот чай мне заваривают, капец. Ну, с другой стороны. В общем, торт будем снимать пробу. Мне как бы сегодня нельзя. Но так как это не сильно сладкий, я у мамы кусочек... Возьму. Попробую. Заценим сейчас, Ира. Ух ты, какой красивый. Очень вкусно. Очень нежный, Ира. Вкусный. Супер. Нежный, Ира, спасибо тебе. А мне, что это, мам? Мне калории, я откуда знаю. Прослойка, может быть, абрикосовая. Персиковая. Абрикосовая, по-моему. Угу. Да? Вкусно, очень классно, супер. Спасибо. Мама вначале сказала, крем я, наверное, не буду есть. Мама, Марина, ты бери крем. Теперь ест все, да? Такой нежный вообще, не тяжелый совершенно. Очень такой легкий воздушный торт. Ой, у нас развлечения. Предлагаем малому. Теперь торт, тот, кто за него прямо это самое, трясся. Теперь время пришло есть. Ну, что-то после, наверное, после супа наелся мама, не захотел. Завтра будет я со мной, мне помогать. Красивые розы у мамы, прям шикарные. А вот это... Ой, красавчики. То, что она мне давала. Вот это тоже. Очень красиво. И сейчас вот это... Смотрите, какой прям персиковый такой цвет красивый. В общем, мы с Тренькой и с Джульеттой, она заодно с нами едет. Я обещала ей игрушку, я обещала сладкую вату Джашику. Джашик заказал, он хочет красный Monster Truck, но я решила его не брать. Так что мама его кошечке повела, чтобы не заметила. В общем, у нас будет особенное время с... Man, so cool. С тремя нами. Все, Тренька. Дождалась она, наконец. Джашик просил красный монстр трак. Да, найти. Мы, по-моему, еще не дошли, да? Тут машинки, тут Томас. I think it's a monster truck one, baby. Нету никаких красных. Есть вот розовый пудель.
Лиза такой зомби. Что? О май гаднес. Книжка есть такая об этой гусенице. Очень голодная гусеница. Она нашла игрушку. И очень возбудилась. Единственный монстр трак, который красный, это вот этот ниндзя. Черепашка. Она его и возьмет. I'm BB. Все, Тринка влюбилась. Wait, wait, I'm a bird. I'm so weird. Okay, grab it. I'm so weird. No, you're not. Very cute. Hi. Она хотела еще одну игрушку, не могла решить. Я говорю, так быстро. Так, я хочу взять. Обезболивающее для детей, которое можно жевать. Вот такое бифрофен со вкусом винограда. Надеюсь, подойдет. 24 таблетки, 3,99. Но не надо глотать, можно просто жевать. И сироп она тоже не любит, так что что-то вроде этого. Ой, здесь еще есть ревино. Ну это тоже. Это 5,99. Это 24 таблетки. Проблема оказалась с сладкой вати. Не могу найти, есть она здесь или нет. Где бы ее спрятали? В конфетах ее нету. Все нашли, кроме сахарной ваты. А они такие. Так что, не знаю. Ходили-ходили, бродили-бродили там парень. Кстати, много людей сейчас уже без масок. Потому что уже у нас не требуют маски. Многие, где-то половина людей без масок ходила. Вот. И там вижу работник. Работники в масках. Вижу работник. Ну, он молодой. Знаете, я типа, сэр, помогите мне насчет, ну, чтобы найти сладкую вату. Он поворачивается, у него глаза красивые, прям, ну, девчачьи глаза. Я так думаю, может, это не сэр, сразу его на грудь смотрю. Нет, как будто не девчонка, ну, мало ли что, может, какая-то очень худая девчонка. Потом вижу, борода с под маски выглядывает, говорю, все, ну, ладно, слава богу, правильно, а то иногда назовешь кого-то сэром, а она там мэм, оказывается. Короче, я решила заехать на бензозаправку и думала, может, там есть сладкая вата, потому что ребенок хочет, ну, мой мальчик хочет сладкую вату. Не было у них сладкой ваты. Я тут подумала, у нас здесь кинотеатр. Я думаю, по-моему, там продают. В общем, я приехала к кинотеатру ради сыночка, надеюсь на сахарную вату. К сожалению, в кинотеатре тоже нет сахарной ваты, даже не знаю. Ах, как-то даже не задумывалась до этого, знаете, всегда покупали где-то на фестивалях, то все, вот захотелось cotton candy, вы понимаете, то есть сладкой ваты. Не повезло. Did you find cotton candy? I found something else? Get it? Анжелика, иди дочини. Ну да, надо пойти работать. Маси чат, нет! Ух ты! It's red, look! It's not garbage. Is it garbage? Я положила пирожное, но это не... Окей, спасибо. It is a garbage truck, wow! Open it! Let's open it, хорошо. В нашей комнате, ну, в нашей, в моей Дэнни, смотрим House, уже третий эпизод. Время от времени к нам прибегают кричащие детки. Джульетта плохо себя чувствует. Надеется, что завтра у нее насморк пройдет, я тоже надеюсь. Потому что она тут чихает раз за разом. Ну, в общем, не очень у нее сегодня день. Ладно, мы пошли смотреть. Я надеюсь. Итак, комментарий дня. Комментарий дня я сегодня даю. Лили. Моя дочь учится в Стокгольме. Купила в русском магазине рижские шпроты, намазала кусочки хлеба мягким сыром, сверху шпротинку и кусочек соленого огурца.
угостила соседа по общежитию, парня из Индонезии. Он сказал, что вкуснее этих бутербродов ничего не ел. Очень понравились шпроты. Вот, рижские шпроты. Не надо никакой кулинарной книги. Но я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и пока.